проходит церемония вручения премии Critics Choice Awards 2015. Это как Оскар, но только награды получают телевизионщики. Известных лиц не так много, да и наряды на ковровой дорожке не супер шикарные. Мэгги Джилленхол в бледном бюсте в пол, истощавшая Анна Фарис в белом по-монашески скромном макси, да и красотка Шарлиз Терон не в лучшем своем наряде. В платье, которое, так сказать, оквадратило ее фигуру. Награду получает мой супер потрясающий друг Сет Макфарлейн. Некоторые победители едят как в последний раз, как галантно. Приветик. И стараются привлечь к себе хоть какое-то внимание. А звезда Лоста Джош Холлоуэй пытается стащить чужую и наверняка недешевую статуэтку. Раз никто за ней не идет, я могу сделать одолжение и забрать награду домой. Продам кому-нибудь.